Иоанна Крестителя. Это вопреки практике соборной. День рождения простых смертных церковь вообще никогда не отмечала. Чем это вызвано, мы можем только догадываться. Все это в глубокой древности. Под Рождество Богородицы. Вообще ни на чем не основано, кроме преданий, которые пришли через столетия, спустя после его рождения. Но для обоснования празднования дня рождения Иоанна Крестителя мы сегодня слышали, как много сказано в Евангелии. Ни о ком больше столько не сказано. Но однако правило, что день смерти лучше дня рождения, остается в силе. И мы должны в этом усмотреть, что церковь хочет нам сказать через этот день. Какие евангельские чтения? Евангелие от Луки. И вот пишет Лука и говорит, что по тщательному исследованию всего я нашел нужным написать. Я отношу это к себе. По тщательному исследованию дня рождения Иоанна Крестителя я вижу в этой личности тайны, которые не раскрыты по сегодняшний день. Вот молитвы, которые считаются, Иоанн Креститель, Предтеча Господень, перечисляется непрерывно одно и то же его наименование, как вот генеральный секретарь и все остальные слова. И моли Бога о нас, явно составляли монахи, глубоко находящиеся в пустыне, в коме безмолвия. Ведь каждый человек сам должен себя проверить, обратился он к Богу или нет. Я хожу в церковь, но было ли духовное рождение? Это страшный вопрос, который рано или поздно надо будет проверить. Не просто я привык, хожу и какой день? Ты можешь указать и сейчас. Укажи, какое место Писания тебя коснулось. Есть такие слова, которые открывают человеку путь в Царство Небесное, и есть, которые закрывают. Есть, которые открывают ему уста для благовестия, а есть, которые закрывают. Вот Захария. У этого великого пророка, по-русски сказать, Ивана Захаровича, одно слово вышло. Почему я узнаю? Он стар. Он все рассудил правильно. Он нигде не ошибся в речи своей. Но вот одно слово почему замкнуло уста его на 9 месяцев. В утробе Елисавета формируется тело великого пророка. Натягиваются жилы, косточки одна к другой, и язык образуется. Эмбрион приобретает образ пророка. И он в чреве матери взыграл. Он слышал приветствие божественное в Духе Святом. А отец молчал. О чем он думал эти 9 месяцев? Это священник Божий, который знал прекрасную историю. И знал, что история дана для того, чтобы мы из нее научились доброму. Вот маленький мальчик, которого посвятила мать, да и рождение еще. Как говорит Иоанн Златоуст, превозмогла немощь человеческую. То ли я рожу, то ли нет. А она только загадала еще, если родится, то отдам его Богу. И родился Самуил, и Бог возвал ему Самуил, Самуил. Он понимает, что это имя известно его наставнику, и бежит к нему, к Богу он не идет. Бог зовет, а он еще бежит к другому. Вот это история православной церкви. Бог говорит, а люди идут, Абба, благослови, Отец такой, благослови везде. Это наша история. Вы понимаете, сколько тайн в этом? Почему? А слово «почему» задается Богом, но не Богу. Богу не надо задавать вопросы. Как следователь говорит, я задаю вопросы здесь, а ты должен отвечать. И он молчал. Неверие закрыло уста его. Православие, великое молчальница называют церковь православную. Молчит. За что? Ответ один. За неверие. За неверие Слову Божию. Что Иоанн Креститель сделал особенного, больше, чем сделал Иероним Стридонский? Я ничего не нахожу. Но монахи провозгласили его родоначальника монаха. Почему в пустыне был? Был неженатый. Питался скудно. Одевался скромно. И это уже все. Родоначальник монаха. Здесь не просто обман, а вопиющий, злостный обман. Он не был монахом, моно означает один. Он был в пустыне. Какая же это пустыня-то? Когда Иордан течет, люди вокруг толпятся, начальники приходят. Такая молва о нем идет. Пришли иерусалимские книжники, вопрошают, ты ли пророк, ты ли Христос. То есть о нем шла далеко молва. В
пустыне, которые сидели, такие как Ануфрий, по 70 лет, их никто не знал, где они находятся. Это все образно. И он назван глаз вопиющего в пустыне. Как будто нет у него ни одного члена тела, а весь превратился в голос. Голос вопиющий в пустыне. Какой монах сделался голосом вопиющим в пустыне? Какая же это пустыня, когда народ со всех сторон стекался к нему? Речь шла о пустыне духовной. Народ все понимал по-старообрядчески тогда, по-еврейски. Это старый, а тот обряд держали они. Только так. И почему он говорит в пророчестве обратить сердца отцов к детям, а не наоборот. У нас дети должны приходить к отцам. А почему? А те уступили за старое. Они знали, по каким критериям определить, от Бога это или не от Бога. И они решили, что Иоанн Креститель бесноватый. Не ест и не пьет, и бес в нем. Это староверы, они все так решают. А дети, то есть это апостолы, пришли. Это новая вера, это новые обрядцы. Это все образы были для нас. Это великая тайна. И эта тайна созидалась в утробе Елисавета. О ней больше мы ничего не знаем. Но Иоанн назван самым величайшим пророком. Почему? Еще раз говорю. Иероним Стридонский сделал несравненно больше, чем Креститель. Он перевел Библию на латинский язык для миллиарда людей. Переводчики Библии сделали несравненно больше Иоанна Крестителя. Но слово, сказанное в Библии, остается в силе. Да, он выше всех пророков, Златоуст говорит, потому что был ближе всех к нему. Если распределить по векам, допустим, Христос начало, он начальник веры, то от него с минусом идет пророки, которые не до новой эры, до, это по шкале, и после, по Рождеству Христову, то Иероним Стридонский, Иоанн Златоуст, 4 век, Ириней Леонский, там 2, 3, а Иоанн вплотную сидел. Он был родственник. Но от него было закрыто, он его не видел, не знал, как он выглядит. И для него Христос был тайным, но был предупрежден, на кого увидишь Духа Сходящего. Признак все-таки был дан. Молчание человека делает неполноценным. И вот эта беда случилась не с одним человеком, а со всей церковью. Если сегодня столько раз звали к Иоанну Крестителю, моли Бога о нас, по тщательному исследованию всего, я нахожу, что молитвы должны быть дополнены. Мы ничего не сделаем, но хотя бы внутри. Иоанн Креститель. Умоли Господа Бога, чтобы мы были мужественными. Иоанн Креститель. Пошли таких пророков, как ты, которые обличили бы наших мэров, губернаторов, правителей, президентов, масонов, всех. Пошли. Страна разврата. Десятилетние все почти развратные. Девушку трудно найти. А ты одного Ирода обличал. Ты знал, что ничего не поможет. Сейчас говорят, а что я сделаю, я один, плеть, я буха не перешибешь. А разве он этого не знал? Если он был исполнен Духом Святым, разве он не знал, что для него уже плаха готова и топор наточен? Но он шел и обличил. Ты никогда не высчитывай, тронется местное или нет. Главное тебе выполнить волю Божию. Бог сказал, ты повтори, аминь. Да будет воля твоя. И Или Самуилу сказал, когда ты услышишь, тебя призывает, говоривший тебе, ты ответь так, говори, Господи, слушай раб твой, все, и тогда отверзутся уста твои. Церковь не слушала, что говорит Господь, а стали слушать, что говорят пустынники Авы. И чем дальше в пустыне, тем лучше. Когда в день Пятидесятницы сошел Дух Святой, и апостолы заговорили, написано о дивных делах Божьих, то все находящиеся стали спрашивать, кто сии говорящие? А нам бы сказали, а кто сии молчащие? С косичками, с длинными волосами, с одеждой такой грубой. Вот не разбирает. Из волоса верблюжьего. Эта одежда очень грубая, но она очень прочная, теплая. А питался чем? Он же не переменял одежду каждый день. Все ателье, которое сегодня, моды, одежды, все это в печке просто. Если молишься Иоанну Крестителю, то давай, скажи, научи меня жить, как ты жил просто. По одежде. Сколько же у нас одежек, сколько этих гардеробов, сколько шифонеров. Молимся Иоанну Крестителю лицемеры. Сколько этих костюмов. Считаешь, 500-700 платьев. Даже такие, каждый день два раза, чтобы платье было разное. А питался? Да он
вещь это была? Он питался акридом. Акрида — это род саранчаков. Саранча. Саранча — это не растение, не милагра. Это относится к летающим, к движущимся, к животному происхождению. И он питался этим. Значит, говорить о его посте, как сегодня монахи, он родоначальник каких постов, это тоже не соответствует действительности. И он что, собирал мед, который был в камнях, обшел, там было очень много. Так что претензии на то, что он является родоначальником монашества, под собой не имеет никакого основания. А даже напротив, если бы сегодня поставили всех монахов, которые его именем прикрывались, и его, то его деятельность превзошла бы все монашество за 2000 лет. Он непрерывно гремел. И в чем же заключалась твоя задача, Иоанн? Мы к нему обратимся сегодня в молитве. Дай нам понять, для чего вообще ты пришел. Миссия в чем твоя была? Приготовить путь Господу. Пророк Малахия сказал об этом. Что он говорил, Иоанн, не знаю. Писали ученики неведомо. Но книга, если бы была такая, книга Иоанна Крестителя, с каким интересом она сегодня считалась бы. Его слова. Многое пишет сегодня о смерти. Правда, есть тайная смерть. Такой-то летел летчик, писатель, там, Экзюпери, сбили неизвестно где, погиб космонавт, не могут понять, какая причина. Здесь главная причина рождения. А причины рождения вообще не указывается. Родился и вся, у него указана причина. Народ ушел во тьму. И сегодня апостольское чтение как раз и считалось от тьмы к свету. От тьмы к свету повернуть он пожелал. Ему положено было на сердце. И чтобы голова ничем не была затуманена. Он был Назареем Божиим. Это в подлинном смысле. От чрева матери. А Назарей ничего спиртного не берет в рот. Исключите все спиртное от себя, если молитесь нелицемерно. Чтобы ни одной бутылки пива, ни брашки, ничего не оставалось. Я непрерывно говорю об этом. Мы будем слишком далеки от Иоанна Крестителя, который был перед Господом. Он миссию свою выполнил. Теоретически. Практически он ничего не сделал. Обратить сердца отцов к детям он не смог. Отцы его, а к этому относятся все служители Ирода, они положили его на плаху. Эти отцы распяли, эти члены Синедриона, это все отцы. Это священнослужители, первосвященники, отцы, папы. А они распяли нашего Господа Иисуса Христа. Но на практике мы видим, семя брошенное им дало плод. Ученики подходили ко Христу и говорили, вспоминали, а почему вот мы так, а вот те ученики много постятся. Он проложил путь, я буду взят, и тогда и вы будете много поститься. Находится какой-то человек-проповедник, который знал только ту часть миссии, которую Иоанн выполнил и далее не мог передать. И он говорил о смерти Иоанна до крещения, а дальше не знал. Это Аполлос. Это был такой великий проповедник, что слава его соперничала вполне с апостолом Павлом и с Петром. Значит, плоды Иоанна росли неприметно где-то в народе. Говорят, ну ты сказал, на кто в это поверил? Да нам не надо это решать. А сколько человек обратилось от тебя? Вопрос такой ставить не надо. Ибо многие, те, которые обращаются, отступают. Сегодняшний день рождения, это уникум в истории церкви. Чтобы церковь праздновала рождение обыкновенного смертного человека. Но в этом заложен глубокий смысл. Мы нуждаемся в рождении пророков. Сегодня вся индустрия работает не о том, как дождаться рожденного пророка, а как будто все роддома превратились в иродов. Разные таблетки, спиральки придумают, уничтожить, не дать ему родиться, убить его. Потому что один из рожденных, может быть, был бы тот, который решил бы все задачи, вопросы, которые в государстве не решаются. Это был бы тот, о котором было сказано, что он обратит сердца, заскорузлые в грехах, к истине Христовой. Мы-то этого не знаем. В Израиле этого не было. В Израиле страдали от того, что не рождается. Сегодня страдает от того, что рождается. И рождение практически идет только там, где не знает Христа, как у мусульман. А где есть истина, православие, здесь все брошено, чтобы не рождались дети. И это все мы найдем вполне в сегодняшнем дне памяти о рождении Иоанна Крестителя. Это чисто языческий сегодня день, праздник, бегают, обливают друг друга. Хотя и в этом можно что-то усмотреть.
обливание. Раз церковь не делает, значит, хотя где-то обольют. В этот день люди должны были бы поздравлять друг друга с рождением великого пророка. Но если день смерти лучше дня рождения, просто так, навскидку, встречного, спросить, а что сегодняшний день означает? Ивана Купала. Что Купала? Облили тебя ребятишки водой? Кто тебя купал? Ну, Иоанн Креститель, кто-то вспомнит еще. А скажите о смерти Иоанна Крестителя, кто знает? Что усекновение главы – это Иоанна Крестителя. Сегодняшний день как праздничный, ну, не 20-й. А усекновение – день специально постный. Обычно церковь отмечает торжественно дни казни. Вот Петра и Павла – это день кончины. Кончается пост, и у нас все будет болосное. А у Иоанна Крестителя наоборот. Его казнили сразу день постный. Это означает в Ветхом Завете. И день рождения его высвечивается, думаю, потому что была великая нужда, чтобы этот пророк, превратившийся в голос, в трубу Божию, умолил Бога и дал Бог нам такие трубы, такие глашатые, в которых бы свидетельствовали, что мы все призваны приготовить путь Господу, прямыми сделать стези Ему, не кривыми, не через монастыри, не через крестные ходы, не через причастие смертный час, а к сердцам людей. Все остальное это кривизны, они должны выпрямиться. И это уже было заложено там, в нем. Нам кажется, пророк великий Иоанн родился от таких простых родителей. Не думайте так. Пророк Захарий это был пророк, притом большой пророк. Там написано, и он начал пророчествовать. С чего это ради? Он начал пророчествовать. И о чем? О бедственном положении всего Израиля. О славе, которая придет через Христа. Это Захарии было открыто. Сегодня кому это открыто? Что Иоанн всего лишь подготовительный класс проходил. И сегодня мы этот подготовительный класс вообще не осилим. Вся практика отцов оказывается порочной, если она прямо не приводит ко Христу. Никакие наши голуби, никакие манипуляции храма, никакие мироточивые иконы не покажут прямо на Христа. Поэтому изменить молитву, конечно, в храме мы не можем. Но внутри себя, смотря на жизнь этого величайшего из пророков, воздохнем и скажем, пророк, дай плод. Дай земле русской такого пророка, который обратил бы сердца отцов, сердца монахов, священников, патриархов к Тебе, Господи. Вывел на прямые стези. Мы не пойдем всех там, где это подхватят. Мне неоднократно задавали вопрос. Вот там такой-то диск, вот тут участвуют такие знаменитые богословы с сектантами. Вы там были бы, вы смогли бы их победить? Я бы рта не раскрыл. Я бы православным поставил палец поперек губ и сказал, молчите и слушайте. Вы еще в первоначальной стадии развития этой проповеди. Молчите и внимайте. Вы утеряли и не подобрали. Была великая надежда, началась перестройка, что будет этот пророческий глаз. И сегодня прямо об этом говорят митрополит. Упустили этот шанс. И сегодня надо горько плакать, что этот шанс, я лично так думаю, он уже никогда для России не повторится. Бросились в наживу, во что угодно. Стали челноками. А зарубежье, сектантство, все ринулось сюда. Они, конечно, не Иоанны Крестители, но путь их, их действия очень похожи на них. Они сделали с глазом вопиющего в пустыне, где прямо проповедовали о Христе. И тот глаз, который раздался от сектантов, нам уже не заглушить, да и делать этого не надо. А только с ними работая, показать им, что Иоанн принадлежал к Церкви Христовой, к Ветхозаветной. Мы должны принадлежать к Церкви не Христовой, не к сектам. Иоанн Креститель, моли Бога о нас, чтобы Церковь, онемевшая, как твой отец, заговорила, чтобы Дух Святой разверз уста проповедников, миссионеров православных, и чтобы сердца отцов за тысячелетия святых, которые дали свои труды, они заговорили и обратились к детям, к живущим ныне, к нам. Аминь.